Встановити близько 200 метрів чавунної огорожі на проспекті Яворницького 30 серпня пообіцяв начальник інспекції благоустрою. 30 серпня роботи розпочали на ділянці від вулиці Фабра до вулиці Князя Володимира Великого. Начальник міської інспекції особливий акцент робить на тому, що новий паркан – точна копія історичного. 2,5 мільйони гривень на майже автентичну огорожу дали місцеві підприємці. В этом году мы сейчас планируем восстановить как минимум вот этот вот участок. Вот. Все как бы упирается в финансирование. То есть будут больше предпринимателей платить за свои киоски, будет больше делаться заборов. Вот. До конца года, может быть, мы еще зайдем на один участок. А в целом же в течение 2-3 лет, особенно это ускорится после того, как начнет метро завершающие какие-то действия и поубирает свои надземные вот эти все ограждения, сооружения. После этого мы хотим полностью по всей длине проспекта Яворницкого восстановить его исторический забор.